Президентом Беларуси вновь стал Александр Лукашенко. Он одержал уверенную победу на выборах, обойдя ближайшего соперника с 20-кратным отрывом. 83,5% – это предварительные данные. Пост главы государства Лукашенко будет занимать уже в пятый раз. С победой его поздравил Владимир Путин во время телефонного разговора. Он отметил, что итоги голосования продемонстрировали широкую поддержку со стороны белорусского общества. Российский лидер подчеркнул готовность к продолжению интенсивного диалога и совместной работы по наращиванию двусторонних связей. А кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных тем, в частности, по ситуации в Сирии.